Всем привет, я Данил Хлусевич. А я Руслан Литвинов. И это новый выпуск «Прочитай по губам». Давай на свои факты начинаем. Давай. Раз, два, три. А-а-а. И что ты выбираешь? Ладно, давай отгадывай. Ладно, я готов. Что ему поставить? Какой ему трек поставить? Трек? Что ты любишь? Я не слышал. Ему какой-нибудь техно. Я уже ничего не слышал. Не на техно. Это я услышал. Не, знаешь, что ему включить? Я календарь перевернул. Скуф. Душ. Ты что орешь-то? Скуф. Какая первая буква? С. Ага, С. Скуф. Я понял. Скуф. Слово? Короче. Скуф. Короткое? Слон. Давай легче, легкое, самое легкое. Красно-белые. Красно-белые. Не, если ты рот начнешь открывать, я буду понимать. Красно-белые. Севастополь. Я вообще ничего... Зачем вы нас позвали, я не понимаю его. Че он орёт? У нас футбольное понимание. Не ори, чуть-чуть громкость сбавь. Ладно. Кричу, да? Красно-белые. Я даже первую букву не понимаю. К. И. К. К. Красно-белые. Мы кто? Ты знаешь, как говоришь? Вот так. Красно-белые. Красно-белые. Браво, да! Знаешь ли ты? Знаешь ли ты? Песня. Знаешь ли ты вдоль... А, знаешь ли ты? Браво! Боже, Спартак, храни. Боже, Спартак, храни. Браво! Не, ну сейчас он хорошо показал, правда. Отдал, открылся. Один? Нет, отдал. Пасик отдал. Пас? Отдал. Пласер? Отдал. Отдал. Нет. Вообще беда. Тяжело. А буква первая? О. О. Отдал. Отдать. Отдать пас? Отдал. Отдать. Открылся. Отдал, открылся. Браво! Что-то есть все-таки. Это похороны. Это. С. Э. Первое С. Э. Э. Это. Первое Э, да? Э. Это. Ну, блин, спасибо. Ты знаешь, как говоришь? Э. Вот ты вот будешь сидеть в наушниках так же. Это. Что? Это. С. С. Это. Это. А, мы продолжим, это похороны. Давай. Гладиатор. Гладиатор. Россия? Еще раз. Гла. Ра. Нет. Гла. К. Г. И. Твердый знак первый. И первое. Гла. А? Так что? Гладиатор. Тяжело вообще. Нет. Давай следующий. Спартаковский дух. Спартак, что-то там. Спартаковский дух. Спартак. Вот следующее слово. Дух. Не Спартак? Нет. Первое Спартак? Ну. Спарта. Спартаковский. Что? Спартаковский? Дух. Спартаковский дух. Браво. Тяжело. Тарасовский борщ. Что там такое? Это одно слово большое. Тарасовский. Фамилия чья-то, что ли? Ну, можно и так сказать. Тарасовский. Знаю, что-то... З первое, нет? Т. Т. С. Т. Тарасовский. Песня, что ли? Тяжело. Со Спартаком связано. База. База? Какая? И что?
Тарасовка. Ну где мы тренируемся? Раздевалка, база. Тарасовка. Какая? Ты говоришь, куда мы приходим? Ну, база, база. Да, база, какая? Да. Какая? Тарасовка. Спартаковская база? Тарасовка. Да. Понаехали. Б первое. Нет? П. П? По. По. На. Пота. Пос. На. Пос. На. Пор. По. На. Е. Ха-ли. Как я тебя буду объяснять, я так же, наверное, я не знаю, но это очень сложно. По. На, по. На. На. Е. Ехали. Да. Понаехали. С. С. Куф. Скуф. Браво. Все, на. Мучайся. Чуть-чуть погромче. Показывать можно, да? Ты уже что-то говоришь? Спартак. Ромб. Ромб. Ромбик. Браво. Ты знаешь, что ж надо говорить, а не показывать? Да нет, так проще. Литва. Знаешь, что надо? Смотри. Сю! Криштиану Роналду. Браво. Мучо грасиас. Крокодил играем. Я не слышу себя. У меня тут. Нормально, да? Так, сейчас что? Будет припев. Ай-яй-яй. Стеночки. Это парадокс стеночки. Защитник. Стеночки. Опорница. Смотри. Смотрю. Стеночки. Стеночка. По буквам. Линия. С. С. Стенка. Стенка. И забегание. Стенка и замена. Стенка и... Забегание. Из игроков? Забе. За... Вот это последнее. Стенка, первое слово, да? Да, да. Предлог есть? И. Да, и. И. Стенка и... Забегание. И забегание. Да. Наоборот. Смотри, как я идеально объясняю ему. Вот он мне мог бы там что-то хоть жестикулировать? Да нормально, показывай. Да я понимаю. Я тоже понимаю. Твои волосы. Наушники. Нет, волосы. Волосы. Блондин. Нет. Белые. Белобрысый. Прическу тебе сказать? Блондин. Волосы мои. Волосы. Цвет. Цвет. 200. Цвет волос. Цвет. Цвет волос. Белый. Белобрысый. Блондин. Назад. Назад. Белый. Белобрысый. Белобрысый. Беленький. Ну, надо перефразировать, поменять слово. Белый, да? Да. Белый, белоснежный, беленький, блондин, нет, цвет, да, это какой-то? Да, ты правильно делал. Правильно говорил. Да. Белый, ищи. И крутить его. Белобрысый. Белобрысый. Рысый. Белизна. Бело. Это связано со Спартаком? Нет. Нет, просто... Это человек. Человек. Белобрысый. Белый человек. Давай дальше. Белый мы вот. Спартанцы. Спартаковский. Спартанцы. Спартанский. А, рядом. Спа. Спартанцы. Спартак. Спартанцы. Блин. Спартаковский. 3-0. Фильм. 300 спартанцев. Спартанцы. Спартак. 3-0, что это? Не 3. 3. 3. О! 3. 3 круга. 300. 300. Спартанцев. 300 спартанцев. Спартанцы. Спартаковцев. Один. Одно слово. Спартанцы. 300 спартанцев. Спартанцы. Это первое. Спартанцы просто. Спартанцы. Скажи, спартанцы. Спартанец. Нормально. Спартанец. Но... подходит. Подходит. Не, подходит? Давай нормально угадаем. Спартанцы. 300 спартанцев. Кто они? Кто? Спартанцы. Кто? Спартанцы. Все. Все. Спартанцы. Соболев. Кто первый? Соболев. Кто первый? Соболь. 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 Дельфин? Да.
Браво. Браво. Как еще лучше? Станкович. Завтрашний. Тренер наш. Я, ты. Коуч, коуч. Тренер, тренер. Ты крымчанин. Не я, не я. Нет, не туда. Тренер. Т. Тренер. Еще раз что-нибудь. Тренер. Дэян Станкович. Первый давай. Дэян. Д. Д. Дэян. Дэян Станкович. Да, браво. Я же угадал, что это будет. Что я еще не сделал? А, Альтушкин, но Альтушка это... Давай, говори, я знаю. А, аист. Аль. Али. Альтушка. Акушер. Али. Аль. Алиэкспресс. Альту. Алсу. Ту. Альту. А. Ту. Асу. Первое А. Потом Али. Аль. Али. Аль. Аль. Мягкий знак, да? А? Альтушка. Алтушка? Нормально, алтушка. Алтушки. Алтушка. Нормально остается. Нет. Дыр, дыр. Как он это угадает? Я даже, кстати, показать это не могу. Ли. Дыр, дыр. Первое не Ли, да? Футбол. Футбол. Маленький. Сейчас, подожди, подожди, подожди. Я на паузу поставил случайно. Футбол маленький. Настольный футбол? Нет. Дыр-дыр. Маленький футбол, мини-футбол, футзал. Футзал. Пойти поиграть с друзьями. С друзьями. Ну, с футболом связано. С друзьями. Просто поменьше футбол, да? С друзьями. В селе. Ну, это... Слышит что-то. Типа в зале где-то футбол? Нет, на поле это? Дома. Я. Дома. Дома. А, ФИФА? Дыр-дыр. Дома, в селе. Дома. Ну, что? Селю какой просто. Дома футбол? Ну, ты села. ФИФА. С друзьями. В WhatsApp? С друзьями. Тяжело, как ему объяснить это? Ну, футбол дома. Попробуй по словам. Дыр. Бородка. Дыр. Дыр. Ты вот так зачем сделал? Дыр. Голова. Белобрысый. Мозг. Думать. Цвет, цвет волос твоих. Цвет волос. Давай. А, вернулись, да? Да, вернулись, давай. Белый. Белобрысый. Цвет волос, блондин. Белый. Белый. Белобрысый. Это там два слова? Одно? Это цвет волос какой-то? Да. Да? Белый, белый. Русый, рыжий, блонд. Белый, белый. А? Белый. 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 Окончание другое, да. Окончание другое? Да. Белоснежный, беленький... Капец, он не знает такого слова, наверное, белобрыс. Белизна... Уже бы сказал, наверное. Белочка. Белобрысый. Бело. Белобрысый. А, белобрысый. Да, браво. Пас. Пас? Острый. Точный пас? Острый. В разрез. Острый. Острый пас. Острый пас. Да. Все. Вау, вот это хорошая песня. Снимай. Что там за песня у него играет? Танцует все. Ты мне включил, конечно, и снова 3 сентября. Все, Литва, все, конец. Всем спасибо за выпуск. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока.